Шаляпина была наша территория. Да, да, да. Сегодня мы закопали топор войны и раскурим трубку мира. Вождь краснокожих сегодня всем предоставит возможность раскурить трубку мира. Мне сказали, дух ветра мне сказал, что сегодня здесь собрались лучшие представители культуры Васильевского района. Мы провожаем уходящую, уползающую, толстую змею и избавляемся от всех проблем, всех неприятностей, которые мы оставим в этом уходящем году. Вы хотите избавиться? Я знаю магическое заклинание и магический обряд. Вы хотите этим воспользоваться? Хотите? У нас есть ваши шерифа. Кто слева от шерифа? Поднимите руку. Кто слева от шерифа? Слева. После шерифа, кто слева? А вы про какое? А мы выйдем там. Шерифа левого. Так, и у нас на кто? Значит так, возьмите салфеточку, смотрите в комочек вот так вот, да? И все, каждый из вас, вот так вот, да? Обойдя круг своим шерифом. У нас вот здесь вот два стола и здесь вот два стола, да? Каждый мысленно все неприятности салфеточку раз. Раз и комкаем. И делаем такой большой комок всех проблем. Да, свою салфеточку каждый берет и добавляет. И вот так вот пошли по кругу. И этот комочек должен прийти к шерифу. Понятно? Вот так вот каждый свои неприятности, свои проблемы собирает таким комом, слышим комом, собираем. И все так соединяем, так и передаем. Не надо. Просто передаем, не надо их ходить. Нет. Вот так.